абсолютно безусловным фактом является то, что мы высоко ценим сотрудничество между МГИМО, Фондом поддержки олимпийцев и Олимпийским комитетом России. Для нас документ, который был подписан 7 лет назад, является майлстоуном, от которого мы движемся, и сегодня наше сотрудничество расширяется с каждым годом. Программа профессиональной переподготовки «Мировой спорт. Правовое регулирование. Позиционирование и коммуникация» для руководителей спортивных федераций, безусловно, является главным сегодняшним инструментом повышения квалификации наших сотрудников. Мы сегодня, российский спорт, как никогда нуждается в грамотных специалистах, не просто тех людей, которые готовы коммуницировать на, так сказать, на равных с нашими международными партнерами, но нам нужны специалисты, которые могли сами самостоятельно вносить новизну в текущую спортивную повестку. Таких креативных и грамотных людей, безусловно, нужно готовить, и в этой части, конечно же, эта программа не имеет аналогов. В действительности, многие спортсмены после получения знаний, базовых знаний, остаются в спорте и уже пытаются реализовать себя по-другому, в общем-то. Но используя те знания, которые они получили в бытность своим спортсменам, идут им в помощь. Понятно, что нужно более широкий кругозор, более широкий уровень подготовленности, но тем не менее, от великого спортсмена всегда остается азарт, желание побеждать, желание двигаться вперед, не стоять абсолютно на месте. И вот эта целеустремленность, которую демонстрируют многие наши прославленные спортсмены, которые ушли из большого спорта, но остались в спорте как таковом, конечно же, является очень значимым для, в том числе, продвижения нашего российского спорта помимо спортивных арен, но вот как раз в международных спортивных федерациях и международном олимпийском движении. Понятно, что сегодня спорт находится, российский спорт находится под давлением, но я уверен, что навыки управления спортивными процессами, различные методические современные подходы в подготовке спортсменов, а также, безусловно, знание иностранных языков являются очень важными для установления плотных и доверительных контактов с нашими международными партнерами. Безусловно, спортсмены многие учат языки во время тренировочных сборов, практикуются со своими иностранными коллегами, но, тем не менее, в обычной спортивной жизни человек не всегда сконцентрирован на системном подходе к изучению языка. И вот как раз в тот момент, когда спортсмен уже заканчивает спортивную карьеру, безусловно, необходимо соединить его навыки, которые он приобрел путем общения со своими коллегами, и базовыми фундаментальными знаниями, которые, безусловно, вкупе дадут необходимый результат. Я, безусловно, как и любой из наших соотечественников, с 4 по 20 февраля буду с большим удовольствием наблюдать за 24-ми зимними Олимпийскими играми в Пекине. Как и спортсмен, который прожил достаточно большую жизнь в активную жизнь в спорте, безусловно, я хотел бы каждому спортсмену пожелать, в первую очередь, реализовал все те свои навыки на этих стартах. Я уверен, что наша сегодняшняя команда – это самые лучшие наши спортсмены, которые смогли и не только отобраться, квалифицироваться к играм, но и самое главное – приехать на Олимпиаду. Это очень важно, и нужно понимать, что вы самые лучшие, вы надежда нашей страны. Поэтому помните об этом, о том, что за вами большая страна, спортивная зрительская аудитория. И покажите, самое главное, ваши все возможности. Не переживайте, не волнуйтесь излишне. Я думаю, что все у вас получится, и мы вместе с вами вернемся золотым рейсом с этих игр.